Сияющая и ухоженная кожа – must-have любой девушки. Shine Is – эффективная косметика. Косметика, которая работает. Здравствуйте, дорогие телезрители. Это рубрика «Красота» с Екатериной Мудалинской. Вы знаете, я актриса, я мама, но в первую очередь я женщина. А что же должна использовать женщина каждый день для своего ухода? Ведь очень важно нам всем подумать о себе, как мы выглядим, как мы чувствуем, насколько наша кожа увлажнена, насколько она обогащена витаминами. И сегодня мы придем в гости в одну косметическую компанию Shine Is, где нам расскажут все новейшие тенденции. Говорят, эта косметика работает. А работает ли она на самом деле? Сейчас мы узнаем. Сегодня мы познакомимся с директором магазина «Дарья». Вот расскажите мне, как человеку, который не очень знаком с вашей продукцией, с чего стоит начать? Мы подбираем средства для наших покупателей, исходя исключительно из их предпочтений по текстуре, по типу кожи, по состоянию кожи. И в первую очередь это зависит от эффекта, которого хочет достичь покупатель. Но также у нас представлены универсальные линейки, например, как наша серия Aqua Control для пролонгированного увлажнения кожи. Она идет на основе комплекса Гидрованс, это растительные сахара, которые оказывают мощное увлажняющее действие и также профилактику преждевременного старения кожи. А знаете, мне что интересно, какие средства вот вообще в вашей косметике Shine Is самые популярные, ну, для покупателей? Вот я, например, пришла, и вы сразу скажете, вот это тренд просто. На самом деле, это наша серия Black Mamba. А что такое Black Mamba? Это наша серия на основе активированного угля. В нее входит маска, крем, сыворотка и пилинг для лица. Слушайте, я обожаю маски. Я должна вам сказать, как актриса, я люблю летать, и часто у меня съемки, да, грим. И я люблю прийти домой и наложить на себя маску. Вот расскажите, у вас какие есть вообще маски? С каким составом? У нас есть разные маски, есть пленочные маски, есть на кремовой текстуре и также есть глиняные, очищающие, противовоспалительные. А это правда, что у Shine Is есть своя лаборатория, где вы занимаетесь разработкой формул? Да, действительно, у нас есть своя лаборатория. Также мы сотрудничаем с французской биотехнологической лабораторией Laboratoire Duo и французским парфюмерным домом La Studio de Parfum. Ну что, Дарья? Ну, давайте тогда показывайте нам, какие маски предоставлены в вашем магазине. С удовольствием покажу и расскажу. Идемте смотреть. А сейчас мы конкретно поговорим с технологом компании Shine Is, Галина, которая расскажет нам все-таки подробно о масках, какими нужно пользоваться, например, в подростковом возрасте против акне. Здравствуйте, меня зовут Галина, я главный технолог компании Shine Is. Сейчас я вам расскажу о наших масках. Первое, что я вижу, это очищающая глиняная маска для проблемной кожи. Мне кажется, это как раз самое оно до подросткового возраста, до 18-25 лет. Данная очищающая маска действительно предназначена для проблемной кожи угрями. Она очищает кожу. Основными ее компонентами являются азелаиновая кислота, салициловая кислота. Они подсушивают кожу. Кроме этого, там присутствует экстракт кипрея, который оказывает мощное противовоспалительное действие. Скажите, какую маску вы могли бы порекомендовать вот для таких женщин, как я, которым за 35, за 30, мамочки, которые устают с детьми, переутомляются? Все зависит от того, от типа кожи женщины, но чем старше мы становимся, тем наша кожа обычно суше. И обычно присутствует недостаток
питания. Поэтому я бы порекомендовала маску из нашей новой серии Cannabis Story. Это маска с непосредственно маслом конопли, богатая линолевой и линоленовой незаменимыми кислотами, которые способствуют восстановлению и глубокому питанию кожи. Здесь у нас присутствует не только масло конопли, а здесь маска идет двойного действия. Это и маска, и эксфолиант одновременно. Масло конопли, которое богато линолевой и линоленовой кислотами, в данном конкретном случае смешано с фосфолипидами и сфинголипидами. Это, по сути, на самом деле всего лишь строительный материал, который кожа использует для того, чтобы восстановить свои стенки клеточек. То есть буквально те самые кирпичики, которые мы предоставляем строителям, которые бегают внутри нашей кожи и восстанавливают ее. Ну вот теперь стало понятно. Строите свою кожу. Сияющая и ухоженная кожа – must have любой девушки. Shine Is – эффективная косметика. Косметика, которая работает. Все-таки как важно женщине себя любить, да? Мама, пока ребенок играет, не знаю, может насладиться маской, не знаю, актриса после съемочного процесса прийти домой насладиться маской. А вот знаете, я сейчас, такая есть тенденция, слышала, что очень модно детоксы. Сейчас все женщины просто пьют какие-то детоксные коктейли, а вот я слышала, у вас есть маска с эффектом детокс. Вот расскажите мне, пожалуйста, что это такое? Что такое детокс? Что значит эта маска несет? Как ее наносить? Как ей пользоваться? И для какого возраста она подходит? У нас есть целая серия для детокса кожи. Это серия Black Mamba. В нее входят две маски. Конкретно данная маска. Это маска-пленка. В целом, сам по себе детокс довольно расплывчатое понятие. И включает в себя в основном как в очищение кожи снаружи, так и активизацию обменных процессов внутри кожи. То есть вывод токсинов и их абсорбцию на поверхность кожи. В данном конкретном случае мы используем маску-пленку. Она обладает со поросуживающим действием, как минимум, и как максимум она стимулирует удаление черных точечек. Восстанавливающая маска с эффектом осветления, пигментации пятен пост-акне. То есть вот возрастные изменения, пигментация после лета, как раз сейчас все возвращаются с отдыха. У кого-то есть неровности, там темные пятна, эта маска поможет, правильно? Да, особенно если, например, неровный загар, лёг. Эта маска богата каолином и оксидом цинк, который оказывает дополнительное выравнивающее действие. Кроме этого, поскольку присутствие глины достаточно высоко, будет наблюдаться еще и выравнивание микрорельефа кожи. Если же нам нужно сияние и бархатное... Да, я хочу сиять, я хочу сиять! Это у нас маска Шампань Муд Роуз Голд Пилов Маск. Именно для сияния и бархатной кожи лица. Посмотрите, какая она красивая. Это надо видеть. Аромат. Мне кажется, там есть запах розы. Да, что-то есть. Верно? Французские парфюмеры постарались. Очень-очень постарались. Должна представить свою давнюю подругу. Это певица «Черный голос России» Юлия Плаксина. А, да, это я. Здравствуйте, дорогие друзья. Здравствуйте, уважаемая Катюшенька моя дорогая. Ну что, поговорим о хорошем? Я слышала, что у тебя вышел новый трек. Да, есть такое дело. Есть такое... А ну-ка спой. Манишь, манишь, таю от тебя, но куда ты исчезаешь? Манишь, манишь, на душе моей играешь соло черных клавиш. Сейчас мы пригласим сюда Дарью. Дарья, познакомьтесь, это Юлия Плаксина. Сегодня у нас будет лайфхак от Дарьи, и мы сейчас подберем Юле уход. Просто уход всего, потому что дети, гастроли, съемки, концерты, работа, собаки, у нас три собаки еще дома, щенки там и все такое. Очень мало времени на себя. Крем от кругов под глазами. Да, действительно, этот крем обладает осветляющим действием, то есть он сокращает
темные круги под глазами, также снимает отечность за счет витамина С в составе и дает лифтинг-эффект за счет пептидной матрицы. Наносить когда? Утром, вечером? Можно наносить и утром, и вечером. Наше универсальное средство для всех типов кожи – это успокаивающая сыворотка на основе успокаивающего комплекса и депантенола. Можно наносить на все лицо после умывания, на чистую кожу. Сыворотка будет вам прекрасно снимать покраснение и выравнивать цвет лица. Нам Дарья посоветовала филлер и хайлайтер против морщин, потому что Юля переживает, что стареет. Да. Вот расскажите, пожалуйста, о компонентах, составе. Ну, на самом деле, это идеальный выбор вовсе даже не для того, чтобы омолодить кожу, а для того, чтобы быть буквально идеальной женщиной. Я бы рекомендовала это для любой девушки, для любой женщины, которая хотела бы быть прекрасной всегда и в любой момент времени. Юленька, а косметика Шайнис, этот магазин и спонсоры этой программы дарят тебе это все? Потому что эта косметика действительно работает так же, как и... Как и Юля Плаксина. Идеально работает. Идеально. Да, Юленька Плаксина. Пробуй, потом расскажешь, и будем пробовать новые новинки. Не узнаете меня. Мамочки, все, порвем всех. Ну что, дорогие зрители, подписывайтесь на наши инстаграмы. Юля, покажи пальчиком. Да. А также каждый, кто назовет промокод STAR, а это программа, где участвуют звезды, получит подарок. Искрящийся хайлайтер. STAR. Инстаграм. Магазин Шайнис. ТВ. И Мадалинская. И ТВМ Channel. Сияющая и ухоженная кожа – must have любой девушки. Шайнис. Эффективная косметика. Косметика, которая работает.